девушки и рукоделия, и просто моим зрителям большой привет! Рада вас видеть всех на своем канале, с вами Алла Белочка. Сегодня мое видео о покупках с интернет-магазина «Мир вышивки». В этом магазине я сделала заказ, так как был недавно у меня день рождения, и заказала там несколько наборчиков для вышивки крестом и схемы для вышивки бисером. Замечательный мой любимый интернет-магазин «Мир вышивки». С удовольствием часто смотрю, что есть в ассортименте. Широкий, большой ассортимент, много разных производителей и постоянно действующие скидки. И так я сделала заказ. На мой день рождения мои родители мне подарили денежки и другие подарки. Я решила, что на часть денег обязательно что-нибудь закажу из «Мир вышивки». Итак, снимаю данное видео для того, чтобы в будущем получить дополнительную скидку за это видео в 7%. Давайте посмотрим, что же я себе приобрела. Сначала покажу вам схемы для вышивки бисером. Первая из них – это «Лебеди у водопада», артикул ВК-3044, фирма Art Solo, схема с нанесенным рисунком. Размером 28 на 38 сантиметров. Здесь полная зашивка. Вот такая красивая пара лебедей на фоне водопада. Давно смотрю на этот сюжет. Чем-то он мне нравится и цепляет. Но как-то не решалась все его купить. Как только посоветовалась со своими родными и близкими, им очень понравился этот сюжет, дизайн. И сказали, точно заказываю. Будет здорово смотреться. Получится шикарная картина. Ну вот, мои все сомнения развеялись, и я ее приобрела. Что хочу сказать, что здесь в ключе указаны только граммы бисера и цвета. Номеров бисера здесь нету, так что нужен будет самоподбор самого бисера. Буду подбирать и вышивать вот такую красоту размером 28 на 38 сантиметров. Впервые себе заказала схему для вышивки бисером от фирмы «Конек». И что же это за сюжет? Это вот такой красивый, яркий, большой пейзаж с названием «На пруду». Размер у него 25 на 65 сантиметров. Девочки, здесь полная зашивка бисером. Схема в упаковке, немножко она подвернута. Сейчас не хочу уже ничего доставать и вскрывать. Как только я приступлю к этой работе, обязательно вам все более подробно расскажу и близко покажу. Размер внушительный, 25 на 65 сантиметров. Как-то я засматривалась, давно хотела что-то такое большое с полной зашивкой. Смотрю на этот сюжет и вижу здесь раннюю осень. Шикарный красивый домик, на пруду плавают лебеди, множество зелени, деревьев. Ну просто красота, конечно. Также очень понравилось, что здесь в ключе указаны номера бисера поштучно и сколько граммов. Вот такие значки. Ну, конечно, здесь я вижу полная мешанина значков. 27 оттенков чешского бисера. Но получится здорово. Я уже представляю конечный результат. И смотрю на этот сюжет, вижу зеркальное отображение домика, деревьев и даже лебедей. Очень интересно. Когда я открыла упаковку, я не поняла, что это такое. Перевернула и поняла, где лицевая сторона по этой березе. Вот. Тоже этот сюжет понравился моим родным и близким, так что буду подбирать бисер и вышивать. Также в этом магазине я заказала еще специализированную нить для бисера. Это титан 100, две катушки, в каждой катушке по 100 метров. Мне нравится вышивать такими ниточками. Буду с удовольствием вышивать красивые схемы от Art Solo и фирмы «Конек». У нас наступает лето и очень захотелось цветов. Я выбрала набор от «Золотого Руно». Посмотрите, какие нежные оттенки мулине «Мадейра». Также положили, впервые вижу, что вот такие ниточки в подарок неизвестной мне фирмы. И здесь 16 каунт, мой любимый размерчик канвы. И что же это за сюжет? Вот такие прекрасные нежные розы размером 13 на 45 сантиметров. 30 цветов. Получится длинная красивая панель. Нежные красивые розы, а название «Розовый аромат». Да, вот такая когда-нибудь красота обязательно украсит мой дом.
Очередной набор от Золотого Руно. Давно он мне нравился. Я видела его в разных интернет-магазинах, но почему-то его не покупала. После того, как я увидела полный отшив на Ютубе, а вышивала его Светлана П., вам большой привет, я окончательно влюбилась в эту картину. Посмотрите, какие здесь ниточки, оттенки. И также Золотое Руно положил в подарок и другое мулине. И это сюжет «Девушка с лебедем» из серии «Чудесное мгновение», дизайнер Крумина Елена. Размер 53 на 25 сантиметров. Картина интересная, замечательная. Множество разных деталей. Я так думаю, что она грустит и мечтает о своем возлюбленном. У меня появляются такие мысли, когда я смотрю на эту картину. В белоснежный рядом такой лебедь и шикарный красивый веер из павлиных перьев. Очень нравится эта картина. И в последнее время заметила, что у меня меняются вкусы. Хочется вышивать что-то такое более серьезное, возвышенное, интересное, как из музейной коллекции. Только вот я не знаю, это девушка-молдаванка или кто. Об этом более подробно я посмотрю, почитаю на форумах, что девчонки пишут. Но сюжет интересный. В последнее время я также задумываюсь, что после себя хочется оставить какую-то красоту, скажем так, в наследство своим детям, да, в частности, своему сыну. И хочется вышивать интересные дизайны, полноценные картины со смыслом. Вот такая классная девушка с лебедем. Золотое Руно, староголландский натюрморт, ваза с фруктами. Размер получится 40 на 33 сантиметра. И здесь 59 цветов мулине Мадера. Дизайнер Крумина Елена. Очень красивый, яркий натюрморт получится. Мне нравится эта ваза с изобилием фруктов. Здесь и виноград, груши, яблоки, гранат. Серый котик, который сидит и наблюдает за птичками. Читала на форумах, что многих смущает выражение этого котика, а мне он, наоборот, нравится. Да, здесь есть и бабочки, и маленькая улитка, которая ползет по столу. На темном фоне вышивается вот такой красивый натюрморт. Вот, так что здесь 18-й каунт, он очень тяжеленький. Я не видела отшива как-то на Ютубе, может, пропустила. Если вы знаете, сбросите ссылочку, я посмотрю обязательно. Очень интересно. Много ниточек положили здесь, 18-й каунт, повторяюсь. И также в подарок другое мулине. Я знаю, уже представляю, где будет висеть отшитая картина. Специально отведенное будет у меня место на кухне. Буду сидеть, пить чай и любоваться. Решила что-нибудь посмотреть от Лукаэс. Девочки, это мой первый набор от этого производителя. И мне очень понравился сюжет «Осенние листья» размером 25 на 36 сантиметров. Влюбленная парочка на свидание. Мне кое-что напоминает. Мы с мужем познакомились именно осенью. Так что отошью этот сюжет. И будут классные воспоминания о нашей молодости. Такая нарядная, красивая девушка в ярко-пышной оранжевой юбке, в красивой блузке, кокетливо придерживая шляпку и что-то милому шепчет на ушко. Воркуют и целуются. Золотые были времена. Когда это все вспоминаю, у меня появляются такие порхания бабочек в животе, восторг, эмоции. Ну, вы меня понимаете. «Осенние листья», размер 25 на 36 сантиметров. И здесь Аида 18 каунт. Посмотрите, какие оттенки ниточек в осенней палитре, в осенних тонах, да? Кремового цвета Аида 18. И она уже размечена. Это мой первый набор от МКС, напоминаю. Замечательным сюжетом. Так что обязательно когда-нибудь отошью. Вот такие интересные подарки я заказала в мир вышивки. И это подарки, напоминаю, от моих родителей. Спасибо им за это. Мне все очень понравилось. С удовольствием буду рукодельничать, вышивать и создавать очередную красоту. А вам спасибо за ваше внимание. Желаю вам творческих успехов и хорошего настроения. Почаще себя балуйте. С вами была Алла Белочка. До новых встреч. Всем пока-пока.